Старший уже ходит в школу, насколько да, я понимаю. Да, Лиза во второй класс ходит. Она в какую-то специальную школу ходит? В обычную школу? Ну да, обычная школа, но там есть элементы такой православной культуры, но мы выбирали не по религиозному признаку, а просто, знаете, как вот мне в свое время старшие товарищи подсказали, я с ними совершенно согласен, что начальная школа — это учитель. Поэтому мы искали учителя. Логично. Да, поскольку учитель у нас вот нам понравился, ну, жене, она, так сказать. Вот, она, правда, оказалась, что как только мы определились с учителем, учительница через 2 месяца или через 3 ушла в декретный отпуск, и пришлось все равно, вот, жизнь, так сказать, свои сюрпризы преподносит. Вот, но школа, там ничего такого необычного нет. Жена тоже по образованию журналист? Так. Нет, же, как... она филолог, она японист. Я просто знаю, что вы познакомились, работая в редакции, да, поэтому решил. Что у нее... Нет, она как раз, как я всегда говорю, в отличие от меня, у нее, хотя, это, не дай бог, кто-то услышит из моих, у нее серьезное образование, но она ИСА закончила, еще тот ИСА.